причина крушения сустава. Причина. S-образная кривая выдавила внутри состава. Из-за плохого состояния пути нет ни шпал, верхнее строение пути сейчас мы получали оттуда, с нашей неньки Украины, а зараз все перекрыли, как вы знаете, даже пытаются. Ну а за счет чего вы будете сейчас ремонтировать, если нет ничего? Изыскивать внутренние резервы. То есть все-таки что-то есть? Нет, ну будем говорить, в запасе еще кое-что есть, но будем говорить, хорошо, в любом случае мы же не остановим движение. Фабрика будет грузить, тем более, что сейчас мы же работаем согласно уголь, кокс, металл, закрутилось. Нам деваться некуда, поэтому вот уже два вагона подняли эти, все это дело завтра. Думаю, что мы пустим движение. А почему на таком сложном участке не используются железобетонные шпалы? А вы плохо смотрели путь, когда шли по нему. Дело вот в чем. Согласно всех норм и правил, такие кривые такого радиуса держатся на дереве. Здесь был железобетон, но удержать эти S-образную кривую очень сложно. Поэтому на прямых участках у нас светофором железобетон, а здесь S-образки у нас лежат на дереве. И как много времени понадобится на восстановление? В месяц ликвидации аварии, завтра к вечеру все будет работать. Спасибо.